Как вы думаете, каково самое большое желание Всевышнего? Написано в трактате Брахот, что Всевышний исполняет все заповеди. Естественно, это не человеческое исполнение заповедей. Но тем не менее, Всевышний надевает тфилин, изучает Тору и даже, представьте себе, молится. Наши мудрецы открыли нам не только то, что Творец молится, но и то, о чем он молится. Человек молится о том, что он больше всего хочет, и Всевышний молится о том, что он больше всего желает. Каково же самое большое желание Всевышнего? Давайте посмотрим, о чем он молится. В трактате Брахот написана его молитва. Перевожу по смыслу. «Да будет угодно передо мной, чтобы покорило мое милосердие мой гнев и покрыло мое милосердие мои качества суда. И буду вести себя с моими детьми перед буквой закона. И буду вести себя с ними милосердно». Многие люди считают, что Бог хочет им навредить, дать им страдания, наказать их. В Танахе есть 10 имен Творца. Они все олицетворяют различные проявления Всевышнего, но не его суть. Многие люди относят проявление качества суда Творца к сути Творца. И со временем они создают себе в жизни такие ограничивающие убеждения, о которых сказали наши мудрецы, что большинство зол, которые приходят на человека, человек притягивает сам. Если чуть-чуть подробнее, это происходит из-за ограничивающих убеждений, которые человек принял на веру и таким образом ограничил возможность бесконечного изобилия Творца прийти к нему в жизнь. О чем молится Творец? «Да будет угодно передо мною, чтобы покорило мое милосердие, мой гнев, и покрыло мое милосердие мои качества суда, и буду вести себя с моими детьми перед буквой закона, и буду вести себя с ними милосердно». Дорогой друг, по сути, Всевышний хочет давать тебе по своему милосердию больше, чем ты того заслуживаешь. Окружить тебя своим милосердием. Милосердие означает изобилие в деньгах, крепкое здоровье, долгие годы жизни, удача в делах, любовь, великолепные отношения с друзьями и коллегами, радость, счастье, даже если ты этого не достоин. Вести себя перед буквой закона, даже если тебе не полагается, это желание Творца. И тут, наверное, возникает вопрос. Так в чем проблема? Почему он этого не делает? Ведь никто не может ему воспрепятствовать, и он ничем не ограничен. Почему он вообще должен молиться об этом? Пусть сейчас даст мне все, что я хочу, и все будет хорошо. Ответ на этот вопрос вы узнаете с Божьей помощью в следующем видео. До встречи!